Эй, всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, Нига, Илья, как всегда, очень много классных подписчиков, пацаны, поздоровайтесь. Всем привет. Всем привет. Асталависта. Сегодня у нас карта Лабиринт, Kingdom Fire будет играть за фиолетового челика, мы будем выживать. Если пьете, кушайте, приятного аппетита, а ты можешь даже начинать через 5 секунд всех мочить. Пацаны, можно разбегаться по всей карте и даже немножко его троллить. Вот ставьте лайкосик, подписывайтесь на канал, потому что ролики выходят каждый день, и мы стараемся записать. Какой-то ахинья. Ой, классные ролики. Настроение, как всегда, очень крутое. Целый час собирались записывать. Ребята, Гарри Смот, как всегда, дает нам сюрпризы. И приходится выдумывать всякую ерунду, чтобы записать ролик. Ну, как всегда, у нас получилось. И все идеально. А че он стоит на месте? Ах ты, блин, ты че? Угу, я так испугался, все резко. Все, пацаны, давайте, он за вами. О, ты уже наверху. Он машет, надо спрыгнуть. Так, сейчас я подумаю. Так, давай пойдем, короче, этот, в другую часть карты. Вот он, побежали сюда. Слышь, успокойся, псих. Будем по кругу бегать. Ой, а что со мной камера залагала? Блин, я упал. Не получится у тебя поймать меня. Чуть не убил, да, кого-то? Отлично. Пацаны, старайтесь выжить. Все, побежали, побежали. Фигач, фигач. Ого! Офигеть, где я? Тут такая красная комната. Че, пацаны, никого не убил еще? Мы его сейчас убьем, как бы, кулаками. А так можно? Уже от нас убегают они. За нами. А, все. Убил. Есть. Все, дай только я убегу. Я улечу даже, чтобы ты меня не убил. Все, давай. Два пурпулгая. Выживание продолжается, пацаны. Очень плохая идея. Так, не отлично, он стоит. Эх, не допрыгнул чуть-чуть. Вот. Бегает, бегает. Давай. Ребята, если вы хотите с нами записывать, заходите в наш Discord, ссылочка в описании. У нас, как всегда, заходят новые игроки и записывают с нами веселые ролики. Так что все в ваших руках. Нормально пропиарил Discord, пацаны? Кстати, у нас уже, знаете, сколько в Discord? Вот, знаешь, вот так мои ролики. А у нас уже 23 тысячи человек. Ой, он прыгает и метит, это опасно. Да? Ой, блин. Нет, нельзя аниматроников, только тем. А, не, ладно, давай тогда этого, знаешь, кого... А, ты R нажал. Эй, чуть не убил. Я чуть на... R нажал, давай, нажимай еще раз, ты превратишься в него назад. Давай я ему устрою небольшой выпад. Не надо, он меня сейчас и так убьет. Я упал. А че, у нас аниматроник теперь? А, надо ему R нажать, он превратится назад в него. Ой. Нет, я его не могу, не собственно. Жир. Где вообще появился? О. Приятно, я сам появился совсем с него аниматроника. Так. А где все? Я не знаю, я тут паркурю. Давай, я к тебе бью. А где ты? В каком ты цвете? Я уже в голубом, где мы начинали. Он убил Илью! Их уже трое! Димас, можешь меня в гады выдать перполгая? Да, она... Лагает жутко. Я выдал. Рядом лежит с Фокси. Кто там у нас? Илья, дали рядом. Сзади тебя. Ну, а кто играет за аниматроника, тоже бери пурплугая. Так нечестно. Потому что у тебя спринтрап, он очень быстрый. Ты сейчас убьешь всех. У вас преимущество, загоняйте в угол нас. Ребята, я тоже застрял. Да? А как ты застрял? Слушайте, с Ильей что-то не так. Да, Илья не этот. О, с ним все так. На тебе. Я просто на полет нажал, и я почему-то стал аниматроником. Что ж,
Димас, будь осторожен, то они нам в этот... Они к нам идут. Все, давай, выживание продолжается. Передохнули. Теперь их сколько? Четверо? А нас двое? Да. Ой, еще будет мощная выживалочка. Все, я застрял. За мной бежит, помогите! Ты застрял! Ты не можешь пройти ко мне! Ля-ля-ля! Он ближе! Но ты не достанешь! Да? Нет, отстань от меня! Я тебя боюсь! Кто спамит? Так нечестно эти кабаки ставить. Догадайся, как можно. У тебя есть преимущество, ты бьешь на расстоянии ножом. Вот так ты можешь попасть, кстати. Вот так ты можешь попасть. Знаешь, Диман, в чем наше преимущество? Да. У нас двойной прыжок. Ну да. Отойди! Я в тебя буду дробаша в живот стрелять. О, ушел. Да не найдешь ты меня. Так, как же мне сделать? Я выпрыгиваю и бегу. Раз, два. Блин, так нечестно. Остановись только, Димас. Так я умер. Вот я тебе говорю, остановись. Я хочу убить Нигу. Я знаю, что он самый лучше наигранный игрок, поэтому я не взял его фиолетовым челиком, потому что уже концовкам записывали. О, давай вниз сюда. А ты где? Подскажи хотя бы, дай подсказочку небольшую. Я не знаю, я бегу подряд. Я даже не прячусь, я просто бегаю. Так остановись, как мы тебя убьем? Где? Я где-то в сиреневой комнате. Сиреневой? Да. Сиреневенькой? Да. Вот ты... А, нет, ты не тут. У меня вылетело. Так бывает. Пацаны, я не могу его найти. Вы его видите? Давай сюда. Вы долго будете меня искать. Так давай поддавайся, давай хотя бы дуэль с тобой устроим. Ты же наигранный. Давай, я жду тебя там, где спауны. Будем с тобой дуэль устраивать. Попытаюсь тебя поймать. Тоже есть вокруг, бегать можно. Сейчас где ты? Да вот здесь где-то. Ну, не вижу тебя. Вай, мама, кто это? Вай, мама. Лови его, лови. Это было очень мощно. Давай еще разок, мы вдвоем против тебя одного, давай. Не, знаете, я лучше немножко другой. Изменю оружие. Давай, иди сюда. Не, сначала Илюха перерывает. Ну подходи. Сейчас я подумаю, что сделать. Ну давай, думай. Потому что я хожу психу и хочу тебя убить. Мочи его, мочи! Блин, прикольно дуэль, мне нравится. Я ж тебя почти убил. Ты мне кишки из жопы выпустил? На тебе, спасибо, что отомстил за меня. Ну ты красавчик, ну ты молодец. И это что ж, если вам понравилась эта серия, вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, комментируйте, ставьте руку ВКонтакте. Ну а всем отличного настроения и всем пока.